На Кубани в 2,5 раза увеличили субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками. Согласно приказу регионального Минсельхоза, на закладку виноградников будет направлено 132,5 тысячи рублей, на уход 35 тысяч. Размер субсидии составляет 80% на все виды работ. Напомним, в 2015 году на закладку выделяли 50 тысяч рублей и половину этой суммы на уходные работы. Все условия предоставления субсидии можно узнать на сайте администрации Краснодарского края.